Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 36-й серии нового сериала «Постучись в мою дверь» в Москве. Ранее мы увидели, как Саша решает встретиться с Алиной и решает той рассказать о контракте. Саша выкладывает причины, почему на это согласилась, и другие подробности. Подругам девушка тоже все рассказывает, что приводит их в шок, но они решают поддержать Сашу. Тем временем Градский-младший вспоминает давний инцидент, когда рухнуло здание и погиб рабочий. Жанна это видит, но успокаивает мужчину, говоря, что нужно отпустить прошлое и думать о будущем. Сергей не находит себе места и практически в депрессии, так как Саша уехала в Стамбул. Сергей бросает все – встречу с Алиной в ресторане, работу – и отправляется в аэропорт. Там, найдя Сашу, он говорит, что любит ее. Премьера 36-й серии сериала «Постучись в мою дверь» в Москве состоится 11 апреля на телеканале ТНТ.